Всем здравствуйте! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua. Сейчас на рынке китайских смартфонов есть уже довольно-таки много моделей с Full HD экраном, но я бы вам хотел рассказать немножко о моделях Zoppo. Из Zoppo это представлены сейчас модели Zoppo C2 и Zoppo 980. Очень много в интернете информации. Очень часто задают нам наши клиенты, в чем же разница, почему Zoppo 980 стоит на 400-450 гривен дороже, чем Zoppo C2. Я вам постараюсь это объяснить. Во-первых, Zoppo 980 считается как полная версия, максимальная, скажем так. C2 он считается как обрезанная версия. Отличается, основные существенные отличия – это память. 16 гигабайт встроенной памяти 980 Zoppo и 4 гигабайта встроенной памяти у Zoppo C2. Также, изначально, как только модель Zoppo C2 появилась, ее бюджетность еще заключалась и в том, что она предоставлена была на китайских форумах, китайских интернет-магазинах с прошивкой AliOin, какая-то такая, вот что вот будет только такая, и Android нужно будет шить самостоятельно. Но потом, в принципе, эта модель начала приходить с завода с андроидом, и я не знаю, никаких проблем у людей не возникает. Как же определить, где какая модель, чем они отличаются? Ну, давайте начнем с коробок. Ну, все вы сами видите, вот где что, тут особо ничего пояснять не нужно. По комплектации там тоже не особо, никаких изменений нету. Одинаковые аккумуляторы поставляются по одной штучке, как к Zoppo 980, так и к Zoppo C2. Внешне модели полностью идентичны, если не брать одно обстоятельство, одно но. Вот, сзади оригинальный Zoppo поставляется вот с такой вот крышкой. Я так сказал, оригинальный. Оригинальный Zoppo 980 и оригинальный Zoppo C2 поставляется вот с такой крышкой. В принципе, внешне больше никаких отличий нет. Переходим к экрану. Экран у нас и там 5-дюймовый, и там Full HD разрешение экрана. Никаких проблем с этим тоже нет. По углам обзора, по цветопередаче экраны у нас полностью идентичны. Давайте посмотрим наши экраны в картинках и убедимся, что экраны у нас идентичны. Снизу у нас 980-й Zoppo, сверху, соответственно, C2. Я не вижу никаких разниц по быстродействию, по железу. У нас смартфоны полностью одинаковые. То есть такой же процессор одинаковый, одинаковый объем оперативной памяти. По яркости тоже видите, что никаких отличий особо нет. Хотя вот как-то вот мне кажется, что что углы обзора вот все-таки больше как-то у Zoppo 980 вот на этой картинке. Давайте включим другую картинку, и тут такое ощущение у меня складывается. А давайте проверим яркость. Яркость у нас тут максимальная. Тут тоже максимальная. Ну, можно сделать вывод, что немножко все-таки Zoppo 980 ярче. Дальше. То основное отличие ихняя. Память. Давайте я вам сразу покажу, продемонстрирую. Тут память и тут память. Значит, тут у нас есть карта памяти. Я ее вставил, 16 гигабайт. А тут у нас 12,2 и вот еще 1,48. Именно своей памяти в смартфоне, без карты памяти абсолютно. Могу опять же это продемонстрировать. Это у нас Zoppo C2. Также посмотрим, что внутри, они идентичны абсолютно. Вот у нас стоит карточка памяти. И тут у нас вот идет 980-й Zoppo, который внутри идентичен, но карточки памяти в нем нет, как я уже говорил. Также, что еще я заметил вот в этих смартфонах?
Я заметил, что снизу сенсорные кнопки наши, вот эти вот, которые сейчас даже, наверное, не видны. У Zoppo 980, во-первых, они больше, а во-вторых, они ярче светятся. То есть можно подумать с первого взгляда, что на C2 вообще этих кнопок нет, не видно, и они вообще там не работают. Теперь давайте посмотрим сблизи. Вот эти кнопки у Zoppo 980. То есть, ну, они довольно-таки большие, и их видно. Теперь у C2. Они тоже есть, но они очень слабо видны, и они меньше. И теперь я налаживаю на Zoppo 980, они сверху, и на 900 вот такое вот отличие. Может быть, не существенно, но отличие есть. В целом, что можно сказать о этих смартфонах? Они идентичны. То есть, если выбирать, например, какой бы я взял бы себе, они оба в дизайн супер, экран супер, производительность, мощность, все на высоте, великолепные камеры. Если рассуждать с позиции пользователя, для тех людей, кто будет смотреть фильмы, кто будет слушать музыку, кто будет играть, допустим, в простенькие игры, там, не запуская какие-то сложные 3D графика и тому подобное, я советую брать Zoppo C2. Вы сэкономите денег, получите тоже качество, получите хорошую цену, великолепный смартфон. Для тех, кто, во-первых, не умеет бороться с Android, да, в плане того, чтобы назначить правильно карту памяти, чтобы на нее скидывался весь кэш с игр, я рекомендую 16-гигабайтную версию Zoppo 980, потому что, ну, тут нет никаких проблем. Тут купил телефон, прошивка, все это русифицировано, просто устанавливаешь себе игры, даже самые сложные, самые тяжелые игры, на которые нужно отдельно скачивать либо через Wi-Fi этот кэш, либо искать на форумах 4PDA этот кэш, и его можно закидывать без проблем на сразу же на смартфон. То есть, ну, лично для себя, я не программист, я не прошиваю, я особо не заморачиваюсь, что там, как делает наш программист. Я бы взял себе Zoppo 980, хоть он и дороже на 450 гривен, но я бы взял и пользовался. Конечно же, делать выбор вам, для этого я и снимаю вот эти обзоры, чтобы вы могли определиться более точно. В принципе, все, спасибо за внимание.